4, 3, 2, 1. Хочу к Меладзе. Добрый вечер. Здрасте. Поем вопреки укороченную версию. Ты вся светишься. У меня полное ощущение, что вот то, чего ты ждала от ребят, вот это случилось. Вы знаете, в начале проекта, помните, когда я вас выбирала, я говорила, я жду своих парней. И вот сейчас я увидела свою группу. Я горжусь каждым из вас и безумно скучаю по Раму. Рам, возвращайся, ты наша часть. И спасибо тебе большое. Но хочу сказать, что Святослав влился идеально. Ты большой умничка, ты большой молодец. Я очень вами горжусь. Безумно. Спасибо. А я с нетерпением жду здесь ребят, которые, вопреки всему, на данный момент уже в финале нашего сериалити «Хочу к Меладзе». И они исполняли песню с самим маэстро. Нас сейчас просто переполняют эмоции. На самом деле Свят молодец, он справился с поставленной ему задачей. Буквально за 5 минут ему было сложно, правда, потому что он заучивал другую манеру. Сейчас мы ему навязали свое, и он за 5 минут смог вжиться в роль, сделал все, что от него требовалось, поэтому Свят молодец. Уже финал. Осталось 2 команды. Вы сильнее? Нас может рассудить только Константин и народ, который будет за нас голосовать. И вот сейчас как раз на этой ноте я и хочу передать слово самому Константину.